Более 800 незаконных рекламных конструкций демонтировали в этом году в одном только Кировском округе Омска. В основном это нестандартные баннеры, щиты и таблички кустарного производства, которые размещают на одних и тех же местах. Разрешения на их установку предприниматели не получали и земельный участок в собственность не оформляли. С момента ликвидации конструкций у владельцев есть 2 недели, чтобы забрать их, прежде чем те утилизируют. Однако, как правило, никто не спешит этого делать, ведь штраф для юридических лиц предусмотрен до 100 000 рублей.